В ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района завершились работы по ликвидации последствий паводка. На данный момент в полном объеме восстановлено водоснабжение, которое было нарушено из-за схода сели. Ахмат Халкечев подробнее. Урон в системе водоснабжения аула оказался существенным. Случилось 3 аварии. Внезапно хлынувший поток из грязи, камней и коряк смыл переходы водопровода по балкам Ореховая, Гунай-Кулак и через реку Карданик. Без воды остался половина аула. Хочу попросить населения нашего аула отнестись с пониманием к тем неудобствам временным, которые нам преподнесла природа. Давайте все вместе объединимся, все вместе решать проблему реально. И вот хочется, пользуясь моментом, если можно, поблагодарить Эшевлека Узденова, министра природных ресурсов и экологии КЧР, за то, что нам предоставил экскаватор. Вот он уже 3-4 дня работает, очищает нам канавы, все опасные места, стараемся привести порядок. В первую очередь были восстановлены переходы через реку Карданик и балку Гунай-Кулак. Ну а завершающим этапом ремонтно-восстановительных работ стала замена водопровода сотого диаметра на переходе через Ореховую балку. Я думаю, что во всех дворах без исключения будет вода и водоснабжение. Если какие-то маленькие нюансы будут, мы их по ходу будем дорабатывать, доделывать. Ахмат Халкичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.